Здравствуйте! В этот день не стоит ожидать многого, потому что возможно разочарование. Лучше заниматься повседневными делами и не вступать в переговоры, так как результат может вас не обрадовать. Вечером очень хорошее время для свиданий и романтики. Поэтому главный совет сегодня – сходить на свидание. Хотя бы на свидание с любимым городом. Всего хорошего вам и до встречи!